Вахтанг Константинович, скажите, пожалуйста, ваш любимый тост, ваш любимый анекдот и ваше любимое женское имя. Любимое женское имя Ирина, это моя супруга так зовут. Ну, не очень нравится мне это имя. Какие только испытания не подстерегают долгожданных гостей Маркизы. Во-первых, их отгадывают. Я-то приготовился, что вы будете долго угадывать. Но вот как только Татьяна спросила, не играл ли он в спектаклях Романа Юктюка, у меня здесь захолонуло сердце, я понял, что сейчас она меня назовет. Во-вторых, им измеряют рост. Ну что, вышел? Их стараются принарядить. Покрасивайтесь. Пиджак хотя бы. Я что, должен ее надеть? Жарко будет. Сладко почу. Это ваш чай. Хороший. 3 ложки сахара. Опа! Их носят на руках. Они рассказывают истории, танцуют, поют и читают стихи. Ой, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, не сбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне, быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне. Простим угрюмство. Разве это сокрытый двигатель его? Он весь дитя добра и света. Он весь свободы торжество. Смотрите программу «Маркиза. Ретроспектива» в субботу в 21 час и воскресенье в 21:40 на телеканале «Россия-24». Автор и ведущий Александр Динис.